разбиваете. Сейчас болтаю. И масло буду подливать помаленьку. Намного быстрее, чем ручное. Теперь добавлю сюда черешню. Сделать, чтобы она нет. Так, а побольше? Побольше, я тоже думаю. Угу, еще добавлю. Так, это чайная была. Еще добавлю сверху. 2 чайные ложки сверху. Ну все, наверное, пойдет. Ну-ка. Все, соус из черемши готов. Теперь его можно использовать так же, как майонез или другие соусы.